13 октября. Наконец-то и на моей улице праздник. Гляжу и не верю своим глазам. Перед моими окнами, взад и вперед, ходит высокий, статный брюнет с глубокими черными глазами. Усы – прелесть. Ходит уже пятый день, от раннего утра до поздней ночи, и все на наши окна смотрит. Делаю вид, что не обращаю внимания. 15. Сегодня с самого утра проливной дождь, а он, бедняжка, ходит. В награду сделала ему глазки и послала воздушный поцелуй. Ответил обворожительной улыбкой. Кто он? Сестра Варя говорит, что он в нее влюблен и что ради нее мокнет на дожде. Как она не развита! Ну может ли брюнет любить брюнетку? Мама велела нам получше одеваться и сидеть у окон. Может быть, он жулик какой-нибудь, а может быть и порядочный господин, сказала она. Жулик, глупы вы, мамаша. 16. Варя говорит, что я заела ее жизнь. Виновата я, что он любит меня, а не ее. Нечаянно уронила ему на тротуар записочку. О, коварщик! Написал у себя мелом на рукаве? После. А потом ходил, да написал на воротах. Я не прочь, только после. Написал мелом и быстро стер. Отчего у меня сердце так бьется? 17. Варя ударила меня локтем в грудь. Подлая, мерзкая завистница. Сегодня он остановил городового и долго говорил ему что-то, показывая на наши окна. Интригу затевает. Подкупает, должно быть. Тираны и деспоты вы, мужчины. Но как вы хитрые и прекрасные. 18. Сегодня, после долгого отсутствия, приехал ночью брат Сережа. Не успел он лечь в постель, как его потребовали в квартал. 19. Гадина, мерзость. Оказывается, что он все эти 12 дней выслеживал брата Сережу, который растратил чьи-то деньги и скрылся. Сегодня он написал на воротах: «Я свободен и могу». Скотина. Показала ему язык.